Сказала как-то папе-мама: ребенку скоро стукнет 9. Пора с культурой что-то делать. Нужна культурная программа. И очень скоро вся родня взялась культурно за меня. Пошли мы с мамой на балет, я выспался за 8 лет. Сходили с бабушкой в музей, на рынке взяли 3 езей. Болели с папой за «Зенит», 10-й день в ушах звенит. На рок-концерт взяла сестра, помяли нос и 2 ребра. Вот навалились, право слово. Короче, если бы не дед, от воспитания такого во мне проснулся людоед. Но дед увез меня на дачу, где ни музеев, ни балета. Я здесь купаюсь и рыбачу. Теперь не зря проходит лето.